Ага, вроде пошло. Всем доброе утро. А я продолжу играть. В эту прекрасную игру. Так, у меня осталось несколько игр неразыгранных, поэтому что будем делать правильно? Нужно... Так, мне нужен гипердвижок. Тихо, чувак, только... Давай ты не будешь так делать. Не пугай меня. А то я, блин, думаю, что-то поменялось. Так, чё там? Печь пуста. А, да, тут камера печи. Нам нужно какую-то энергию сюда зафигачить, я помню. Надо вспомнить вообще, как тут все это было, что у меня есть. Модуль строительных исследований. Так, технологии. А, ну да. Кстати, секунду, тут нужна металлическая обшивка. Маяк сохранения. Одни извлеченные данные. Так, одни извлеченные данные у меня есть. Купить. Да, новый проект. Маяк сохранения. Я не знаю, зачем он нужен. Усилитель сигнала. О, отлично. Нанотрубки. Всякая хирурга. Портативный очиститель. Что мы в нем могли делать? Сейчас нужно вспомнить. А, тут, во-первых, запас топлива и что-то на вход надо подать. Так, блин, сейчас мне нужно купить. Для того, чтобы установить... Мне нужны микропроцессоры. Я просто не помню. Так, найди нас, установить гипердвигатель. Сейчас. Где там мой летающий корабль? Лучезарный столб, мой любимый. Блин, мне вообще эта игрушка очень нравится. Надо будет продолжать. Так, короче, нам нужно установить двигатель, а для этого нам нужен... Сейчас. А, я понял, то есть та фигня, которую я использую для сохранения, она... Блин, а как тут? Надо вспомнить, как вообще тут... А, это строить, понял. Так, это не то, это какой-то из этих... Сейчас, я, блин, кнопки забыл уже, какие у меня были для того, чтобы что-то сделать. Ну и в темноту я не хочу никуда бежать, потому что... Ой, чувак, тормози, хорош. А, К это бежать, я понял. Ну, на самом деле... А, ну это мой этот... Ну да, это я помню. Подождите, а где кнопка? Сейчас. Важный этап. Каталог, открытие. Ну это сырье, то что... Да, это каталог. Ага, это то, что я открыл. Охренеть. Так, ну сейчас. АД. Настройки. Надо в управление зайти. Посмотреть, что тут. Влево-вправо. Сканировать, активировать фонарь. Т это фонарь, визор F, ну да, я помню. Приближение, индикаторы, меню созидание, быстрое меню. Перезарядить, переключиться. А, елки, точно инвентарь, это же по табу, все. Давно не играл, забыл все подряд и вообще.
Надо вспоминать. Да, у меня есть инвентарь, вот у нас тут есть в экзокостюме то, что спрятано. Что у нас есть? Реактивный ранец у нас есть, защита от вредных... А, кстати, а как ринок... А, да, реактивный ранец, это же пробел, все просто. Так, и нам... И мне надо найти что? Я, короче, сейчас, точно. Секунду. У меня есть навигационные данные. Нет, они... Снаряды не знаю зачем. Вот у меня есть корвакский скафандр, который просто стоит дорого, его можно будет продать. Модуль расщепителя я не знаю зачем. Перит, Вортекс Куб. А, тоже крайне редкий и ценный товар. Какой-то отрицательно заряженный сублимационный насос. Да, и есть микропроцессор. То есть мне нужно найти систему жизнеобеспечения. Сейчас, секунду, а как? Сейчас, надеюсь, ничего я не сломал. Да, давай попробуем. Да, отлично. Так, навигационные данные. Зашифрованный оперативный блок данных сжигает всякую всю информацию о планетарном регионе. Хорошо. Продайте предметы в терминале на космической станции. Мне нужно 95 юнитов, это очень много. Я не знаю, смогу ли я. Так, сейчас, мой сканер. Натрий есть. А, да, требуется продвинутый расщепитель. Ну, короче, в темноте плохо лазит, потому что градусность низкая. И... Так, а где у меня? А это что, залежи перит? Залежи перит. Сладкий корень. Металлические пальцы. Опасная флора. Во, сброс груза. Пошли сбегаем. -62. Короче, лежать. Новое существо. Мясо с ноги. Так, ладно. В принципе, нормуль. Сейчас посмотрим, что там за место сброса. Что тут есть? А, тут не откроешь. Тут нужно Атлас Пас. А, Атлас Пас у меня отсутствует. Так, сейчас. Куда еще можно сходить? На самом деле мне нужно... Слушай, сейчас давай сходим, посмотрим, что у нас в этом. Так, тормози, чувак. Сейчас, мне нужно посмотреть, могу ли я взлететь и прилететь. А, кстати, нужна обшивка. Нет, это не подойдет. Так, сейчас заходим вот сюда. Технология. Ну-ка. Восстановитель кислорода, интересно. Так, звездолет. Что у нас здесь? У нас здесь взлетный ускоритель 75. Импульсный двигатель 72. Отражающий щит ОК, пушка, реактивная установка и гипердвигатель. Нам нужен хроматический металл. И микропроцессор тоже нужен. Потому что у меня одного не хватает. Так. Сейчас, а хроматический металл? Откуда хроматический металл берется? Сейчас посмотрим, у меня вообще что-нибудь такое есть. Так, обогащенный металл, лический сплав, созданный в очистителе звездных металлов, меди, кадмия, эмерилла и индия. Нам нужна медь, кадмий или что-нибудь в этом духе. Сейчас посмотрим.
Залежи соль, соль. О, камень знаний. Слушай, побежали. Он, по-моему, еще... Да, он, в принципе... Так, надо будет сейчас сбегать в свою эту... В свою базу, чтобы согреться, потому что что-то мне кажется здесь... Корвакс. Ага, теперь у нас есть еще одно слово Корвакс. Так, подожди, а где база-то? А, вон он, да, вот он. Сейчас, нужно согреться. Сейчас нужно согреться и дальше потом... Тут тепло, как ни странно, непонятно, конечно, почему. Так, сейчас, подожди-ка. Ну-ка, на вход у нас есть золото, натрий, нитраты, снаряды, кислород. Нет, а запас топлива? Углерод и сжатый углерод. Ладно, мне нужно все равно, в любом случае, мне нужна медь. О, все, отлично. Температура, по-моему, должна быть нормальная. Можно гулять. Да, мне нужна медь. Перит. Подожди, так, секунду, сейчас. Сейчас. Кобальт. Так, медь, кадмий, эмрил и индий. Блин, а где найти медь, кадмий? А, это забавные существа, которых можно кормить. Я помню. Сейчас. Погодь-ка, давай сходим. Что-то там. Не знаю, правда, зачем мне перит. Сейчас, кстати, что у меня здесь? Все заполнено. Так, мясо с ноги. О, прикольно. Общая стоимость 7000 юн. Юниты. Ну, нормально, что? Это 22 тысячи, а этот мордит. Давай его уничтожим, а? Просто нахер он нужен? Модуль расщепителя окей, перит тоже. Дигидроген еще да. Навигационные данные да. Хроматический металл, вот что мне надо. Ладно, что тут у нас? Углерод и кислород, давай. Мультитул, кстати, да, мультитул. Расщепитель. Сжатый углерод. Ландшафтный манипулятор. Вот для чего мне нужна ферритная пыль. Ландшафтный. Так. А, подожди. Металлические пальцы, ну ладно. Я помню, да, тут все классно на самом деле. Это просто идеальная игра для того, чтобы играть. Просто другие тоже есть, ну, с космосом связанные. Но это, по мне, самое, по-моему, хорошее. Так, вопрос. Куда мне идти? Соль. Во, отлично. Сейчас. Медь. Короче, я буду разыгрывать игру, поэтому мне нужны слова. Сейчас я придумаю некоторое количество слов. Так, сейчас, мне нужно придумать некоторое количество слов, чтобы не забыть, я их сейчас запишу, а потом скажу. В принципе, какая разница, как, сколько, когда их говорить, ну, сейчас время, ну, нормально, даже не страшно. Я понимаю, что смотри, при, как это, заставлять людей смотреть, ну, ладно, сейчас.
Так, ладно. Поехали. Я пять слов придумал. Так, а что, подожди, подожди. Я, правда, не пойму, что вот это красное, я так до сих пор не понял, что это значит. Но залежи медь надо сходить взять. Вроде никого здесь нет. Так, а что, мои... А, ну да, вон обозначены, блин, я думал, где? Сейчас, 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 вот медь, да. Здоровье, конечно, уменьшается или что это, я не знаю, когда бежишь, оно уменьшается. Ну, в принципе, какая разница, ничего страшного. Можно мясо вон с ноги съесть. Оно, правда, 7000 стоит, ну посмотрим, ладно. О, путник, пройдено 20 тысяч чего-то там. Ну, прекрасно, что, мне нравится. Вообще, игрушка супер, просто я от нее балдю. Возможно, я постараюсь сделать так, чтобы ее проходить больше, но... В данном моменте мне нравится то, что ее можно проходить вообще всегда практически. Так, ну все, у меня кончилась энергия, чтобы бежать. Все, 50 этих осталось. Так, залежи вот здесь. А, ну блин, точно, это же оно и есть. Сейчас, джишечка. А, ну ладно, что там у меня, экзокостюм, чё? Чё нет-то? Чё нам можно убрать? Отрицательно заряженный, окей. Вортекс куб нельзя. Дегидрогенный гель не уверен, что можно. Золото круто, нитрат натрия и просто натрий. Продвинутый катализатор, дегидроген. Подожди, а чё, не забралось, что ли? Сжатый углерод. Так, сейчас вот это уберем. Силикатный порошок уберем. Так, хорошо. Эй, вы, чуваки, не подходите, я здесь добываю. Я, может быть, даже где-то здесь могу найти еще одну плату, потому что здесь есть какие-то штуки. А, ну все, по-моему, тут дальше уже. Месторождение. Так, сейчас посмотрим, сколько у меня меди-то получилось. О, меди 237. Ну, пошли. Пошли, вернемся к кораблю, посмотрим. Что там и как? Ну-ка. Ладно, побежали к кораблю. В любом случае, что мне надо? Мне надо, короче, сейчас сделать этот вот... И посмотреть... Ну, я не знаю, блин, я вот не знаю, Вот эта вот фигня, вот эти вот микропроцессоры. Можно ли микропроцессор купить там? Потому что у меня уже 4 есть, мне должен только один. Ну, ладно. У меня вроде нормально, можно будет слетать. Так, что тут? Ну да, камень я изучил. Обожаю, особенно здесь, как сделаны полеты. Просто вот они идеально сделаны для меня, потому что здесь как бы нет вот этого. То есть врезаться в планету и взорвать свой корабль, по-моему, нельзя. Ну, может, можно, но я вроде не взрывал. Ладненько, давай, полетели, сейчас прибежим. Да, тут на самом деле тоже то, что все можно апгрейдить, можно, блин, и мультитул, можно и свой инвентарь, и вообще все, что угодно, и, блин, это очень круто. Игра реально просто вот замечательная. Ну, для того, чтобы действительно все это проходить. Так, стол. Давай, выйдем. Да, точка восстановления сохранена, отлично. А, ну, учитывая, что здесь вот эта вот тема, наверное, да, наверное, здесь он сделан так, что тут специально можно... Так, я думаю, 10 слов будет достаточно. Сейчас еще 5 придумаю.
Так, ладно, что там, 7 есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Короче, первые три... Так, первые два слова. Прошивка и механизм. Эти слова нужно будет написать в комментарии к записи, чтобы получить... Ну, то есть, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Потому что все... Ну, как бы, я хочу выделить ровно 10 человек, чтобы все не писали. Ну, короче, стимул делаем. Так, сейчас, запас топлива. Давай сжатый углерод сюда захерачим. Так, и где-то здесь должен быть хроматический металл, золото. А, подожди, сейчас. Вот, медь, да. Давай. Так, сейчас, секунду. Да. А, звездолет, и нам нужен гипердвигатель. Хроматический металл 125. О, зашибись, у меня как раз хватит. Сейчас сделаем. Будет шикарно просто. Ой, я, кстати, подумал, вот, как он называется. Я попробую, может быть... попробую, короче... Все-таки, не, вернее, участвовать в конкурсе я не буду. Я, наверное, хочу купить просто новые эти. Дать питательные гранулы, у меня их нет. Сейчас, установить гипердвигатель, купите микропроцессоры. Ну, купите микропроцессоры, значит, мне остался один, я думаю, блин, ребята, может быть, мне... Хотя, конечно, если 95 на самом деле, блин, это херово, я прилечу, я... Ну, я продам зато хотя бы какие-то вещи, узнаю, что ценник, сколько, от... сколько у ценника один от какого-то. Ну-ка, что там, все? Так... Так, а чё, сейчас, звездолёт. 123 из 125, не хватило, немножко. Ну ладно, фигня вопрос. Полетели, сгоняем. Так, куда мне надо? Торговый терминал, да. Так, давай. Полетели, ребята. Тихо. Не быстро, чувак. Давай посмотрим. Да, вот сюда нам надо. Облака. Тут где-то есть левый shift. Сейчас взлетим. Главное, чтобы потом можно было прилететь обратно. Давай, до прибытия 3 минуты. Сейчас, только не лети не туда. Давай, не ниже. Тихо. Сейчас. Тут же какая-то тема была, помнится, этот гипердвижок можно было. Нет, не то. Ну да, тут же есть, вот, я вспомнил. Есть пробел, который помогает просто. Так, что там, мы прилетели, да. Хорош, чувак, мы прилетели. Нам нужно сейчас будет... А, ну да, он же сам запущен. Вот это вообще идеально, конечно, в отличие от той же самой элиты. То есть в элите, конечно, тоже есть автоматика, но, блин, элита все-таки больше...
И лучше, да, намного, естественно. Так, ну чё, выходим. Так, сейчас, что у нас в звездолете? 50% энергии для взлета. Для в импульсном двигателе тоже нормально. Так, фотонная пушка, реактивная установка. Реактивная установка, максимальный потенциал урона. Так, сейчас. Нам надо куда-то забраться, по-моему. Да, вот туда. Ща-ща-ща. Надо пойти к этим ребятам, узнать у кого-нибудь из них что-нибудь. Ну-ка. А, вот слова, которые мы знаем. Есть мы... Блин, чувак, ну это круто, конечно, но я пока знаю. А-а-а. Давайте тренировать. Ага. Открыта новая технология, перчатка химзащиты. Ребята, это классно, оказывается, с ними не можно. Так, давай-ка попробуем посмотреть, что там есть. Есть мы. Ага. Так, попросить помочь с диалектом корваксов. Так, символ технологии. Так, ну давайте поучимся, ё-моё, это же здорово. А, ну тут мы уже все поучились. Один корвакский... А, подарок. Не, ребят, подарок я, конечно, готов сделать, но потом. Так, странника. Я понял, то есть мы что-то получили. Так, а ты чё? Тут тоже ведь корвакс, да? Да, пуга корвакс для чего-то там. До моих ушей долетает странное тихое гудение. Подойдя к корваксу, я понимаю, что звук исходит от него. Ровное слабое гудение, периодически меняющее высоту. Оно не прекращается, даже когда он заговаривает. Попросить помочь с диалектом. Окей, давай. Довольный моим обращением сущность связи Оусовок предоставляет мне набор символов, обозначающих доступные к изучению слова. Давай символ странствия. Неизвестно. Так, ладно, сейчас попробуем. Давай, что-то там он говорит нам. Ага, поехали. Тренировать лингвистические навыки. Я чувствую, что из бложки сущности связи Оусвок на меня смотрится. Так, давай, неизвестно. С энтузиазмом реагирует на это связанное следование слова, отчего его язык начинает радостно мерцать. Корвакс учит меня новому слову своего народа, мягко и терпеливо направляя мое произношение. Во, отлично, мы еще одно слово выучили. А я продолжаю говорить слова, которые вы можете использовать, чтобы поучаствовать. Еще два слова. Улыбка и кактус. О, прекрасно, выучены два... Так, а где тут... А где тут что-нибудь? Так, что тут у нас? Терминал галактический. Контейнер искр. Мышленная батарея. Так. А, вот, микропроцессор. О, 19 тысяч стоит. Так, микропроцессор Terra. Vortex Cube. Подожди-ка. Хроматический металл дорого. Мясо с ноги. Да может... А, секунду, у меня 16800, да, мясо с ноги продадим. И купим один микропроцесс. Чего? Как это? Вы серьезно, что ли? Вот, не один нужен. Зачем мне 5-то? Вы что, у меня же... Сейчас, у меня же есть уже вот 4. Да, у меня есть 4, мне нужен один. Да, давай, за 19 тысяч я возьму. Все. Так, начните установку
купить. Добудьте компоненты. А, ну все, собственно, чё. Ой, иди сюда. Аусвок. Да, давай, чувак, мне надо с тобой это... А, корбокский скафандр я продать не могу. Кстати, по-моему, я вот в этой... Ну, пока пускай лежит, он слишком дорогой, чтобы его просто так кому-то отдать. Это дорогой подарок, я бы даже в жизни такой денежный подарок не сделал, тем более кому-то неизвестному. В сущности, Усвок реагирует... на это слово, я чувствую, как между нами пробегает искра. Так... Подожди, давай, что там? Корвакс, давай посмотрим, что там. Тренировать. Давай-ка. Технологическое. Услышав это слово, со звучной связи Оусвок решает взглянуть на мое снаряжение. Существо снисходительно смотрит на меня и предлагает мне модуль улучшения. Открыта новая технология, продвинутый расщепитель. Ребятки, продвинутый расщепитель. Это значит, что я смогу улучшить свой расщепитель. Это же прекрасно. Так, а кто-нибудь еще здесь есть? Подождите, мне же интересно. Так, открытовская сущность зоны. Давай. Чем-нибудь... А, есть мы... Подожди, по-моему, мы это... Да, мы это, по-моему... Везде. Исследовательская сущность оживляется, услышав это слово. Похоже, существо воспринимает его как проявление интереса к исследовательской деятельности. Инопланетяне делятся мной навигационными данными. Даже... Так. Подожди. Ученая сущность. Этот. Есть. Больше мы не знаем. Электронная форма жизни мерцает. На ее маске появляется два ряда огоньков. Я понимаю, что ее тело делит на две... Делит две личности. Довольный моим обращением, ученая сущность представляет мне набор символов, подозначающих доступные к изучению слова. Символ дружбы. Увы. Так, чувак, давай мы еще изучим с тобой. То есть, у меня есть это, да. Так, у меня есть... Тренировать. Давай посмотрим, что... Ожидая от меня ввода данных. Увы. Сущность... Красноречиво отвечает на это слово. Его искусственный голос наполнен состраданием. Я чувствую, это существо пытается дать мне какой-то совет, но не могу понять его слишком сложную речь. Так, давай посмотрим остальные слова. Сможет он нам помочь или нет? Так, времени у нас достаточно. Я успею еще сказать все остальные слова. Ключевые, которые вам можно будет использовать для того, чтобы... Так, ну похоже нет. Ладно, давай еще... Остальные слова тоже скажем. А возможно, корвакские скафандры продать-то нельзя. Он просто ценный, как сам по себе. Ладно. Я просто не хочу продавать то, что может иметь ценность потом. Вдруг пригодится. А, все. Ладно. Ладно, короче, побежали отсюда. Так, сейчас. Надо... бежать к себе, потому что у меня все есть, мне осталось только медь собрать, чтобы потом можно было ее использовать. О, новый ранг у корвексов, интересная личность. Да, вообще просто балдею от этой игры, это просто бомбическая вещь, учитывая, что тут скорее всего и кораблей тоже дофига. Так, ну что, мы сели, давай. Так, а теперь мне нужно найти мой дом. А где мой дом, кстати? Блин. Так, сейчас. А что за модуль улучшения? Технологии. Ну-ка. Сейчас. Ну-ка, в экзокостюм, может быть, что-нибудь можно. А, есть, да. Давай. Ладно. Так, мне надо понять, куда мне лететь. Где это вообще указано, есть ли это... Где моя планета, кстати? Сейчас. Вот это не моя планета? Так, я просто не помню вообще, куда я летел.
Трифли. А, это Ти... Вот туда, по-моему. Вон, да, вон моя база. Сейчас полетим. Рядом космическая станция. Ну, полетели потихоньку. Сейчас вот так вот сделаем. А потом... разгонимся и полетим быстрее. Чтобы просто приземлиться на свою, к своей базе прилететь. Да. Ну, вообще классно, на самом деле. Моя любимая игра. А особенно учитывая, что здесь можно сделать так, что... ну, есть... мне нравится, что здесь есть мультиплеер, но он такой какой-то особенный, то есть... в принципе, так, сейчас, секунду. Что у нас еще? Так, остались слова. Арматура, кираса. Сейчас долетим до базы и приземлимся. Нам нужно где-то здесь приземлиться. Садись. Так, секундочку. Звездолет. Мне нужно вот сюда. Взлетное топливо или уран? А-а-а. Импульсный двигатель. Нужен уран или что-то еще. Так, у нас сейчас темно. Бежать, конечно, можно. Так, а где, кстати? А, все правильно, вот это вот здесь. Сейчас зайдем. Так, сейчас мне нужно где-то... нет, это технология. Надо вспомнить будет, как мы это все создавали. Надо будет вспомнить, как мы все это создавали. Так, следующие слова. Колокол, вентилятор, образец, ингибитор. Все, на этом будет. На этом слов больше нет. Максимум 10 человек может поучаствовать в розыгрыше. Просто я больше не хочу. Потом, может быть, что-то поменяется. Пока так. Так, значит, подождите, мне нужно создать продукт. А, металлическая обшивка. Все просто. Сейчас. Металлическая обшивка. Так, теперь мне нужен взлетный. О, отлично, звездолет, давай. Сюда мы его берем, так вот. Бамс. И все отлично. Ну, можно сбегать, кстати, да. Можно побежать и сбегать, и посмотреть. Сейчас, где-то здесь была... металлические пальцы, это круто. Но мне нужен... нет, это эхинокактус тоже. Мало интересно. Залежи соль. Соль. Вот. Медь. Побежали, короче, ладно. Так, а чё нам... для чего надо в этот, как он называется, вот сюда. Кислород. Так. Нет, углерод. Кислород нужен. Ой, да. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-лай. Так, момент, кстати. Мне мультитул. Тут нужно это. Расщепитель. Плазмомет. А, эту технологию надо установить. Хроматический металл, нанотрубки. Ладно, пока что нам главное... не это. Но мы можем попробовать задобывать все, что угодно. О, это хорошая медь, слушай. Где-то был кислород. Я просто уже забыл, с помощью чего он добывается.
Он как-то с помощью чего-то добывается. Так, сейчас мы всю медь добудем, какая тут есть. По-моему, всю добыл. Да, вроде всю. Так, что у нас здесь? О, дигидроген. Я просто не помню, в чем у нас кислород находился. Ну ладно, потом найдем. Углерод — это круто. О, класс, кристалл нитрита натрия, продвинутый расщепитель. Уровни температуры стабилизируются. А, ну все, отлично. Прекрасно. Солнце встает. Ну и, соответственно, все остальное тоже. Сейчас, нам нужен углерод, по-моему, насколько я помню, для очистителя. Сейчас. Так, топливо, да, сжатый. Просто углерод. Сюда нам нужно. Ну, не знаю, золото нам вряд ли нужно. А, кислород у меня есть, да. Медь не так много. Ну, ладно. Звездолет недосягаемости. Это все почему? Правильно. Потому что я его далеко посадил от своей базы. И поэтому он в недосягаемости. Хотя, что я парюсь? У меня вот звездолет. Мы можем этот гипердвижок. Блин, 112. Точно, я же потратил. Господи, я же потратил. Поэтому не хватит, естественно. Так, давайте-ка, давайте-ка. Нам надо найти... Соль нет. Соль плохо. Соль. Во. Там, по-моему, та медь, которая у меня и была. Сейчас. А, ну тут то, что я уже выкопал. Точно. А тут есть медь вообще, нет? Еще осталось. Да, похоже, я все выкопал. Ну ладно. Мясо с ноги, клевая тема. Мордит еще какой-то дают. Я, правда, знаю, что это. Так, опасная флора. Да, побежали пока. Нам нужно... Осталось немножко. Мы это сделаем как раз, и я на этом закончу. Ох, ни хрена себе! Что ты там со мной сделала? Решила, что можно меня трогать, да? Блин, еще одна! Сейчас вы все сдохнете. Так, сейчас. Так, что там, система? Нормально. Ну, вообще все нормально, ладно. Не знаю, что вот это такое. Так, а что там? Ой, у меня такое ощущение, что она наверху. Кстати. Да. Сейчас, зря тогда. Пошли, заберем корабль. Я его как раз зарядил, можно попробовать полететь.
Друзья, этот злой, нет? Приманка, мясной фарш. Вау. Вообще, на самом деле, очень здорово. Тут много всего. То есть, крафт просто невероятный. Там постройка базы, но тоже, опять же, по-моему, все это открывается. То есть, ты просто, блин... О, летят. Летят эти стражи, или как они там называются. Короче, какие-то летят чуваки. Так, ну я отметил, да, она пока что есть. Ну, мне на корабле, по-моему, придется лететь, потому что так просто туда не доберешься. Ну, осталось немножко, долетим. Сейчас, садись. Давай, взлетаем. Сейчас надо развернуться, посмотреть, куда нам лететь. Вот туда. Давай. А то, блин... Да, она вон где отмечена. Точно. Сейчас. Давай, садись. Подожди, а его можно исследовать? Да, давай его тоже исследуем. О, отлично. Богатое усиление системы Экзи. Всплеск мощности реактивного ранца. А, фига себе. Ну да, неплохо. Ну, естественно, спад, потому что он на некоторое мгновение только. Чё, вы хотите сказать, что это где-то здесь? Силикатный порошок. А где медь-то? Я зачем сюда прилетел? Чтоб силикатный порошок добывать, что ли? Серьезно. Где медь-то? А медь-то нет. Ну-ка, сейчас. Мультитул. Ландшафтный манипулятор. Чем есть силикатный порошок? Углерод. Да, нехеровенько. Так, сейчас, кстати, может быть, так можно посмотреть. Может быть, тут что-нибудь есть. Где-нибудь здесь-то есть вообще, нет? Мне нужна медь, ребята. Я же не могу без меди, блин, лететь. Без меди мне никак. А, да. Ладно, придется улететь. Я больше так делать не буду. Я понял, что это бесполезно, лучше. Взлетный ускоритель осталось. А вот это что? Так, у меня взлетного ускорителя осталось на две такие. На две по. На два полета. Давай куда-нибудь сюда я тебя подсажу сейчас. Ты на готов? Давай. Где-то там должен быть каменюк. Сейчас. Где он? Я же где-то камень брал. Вопрос, где я этот камень брал? Я его где-то отметил, а он теперь на карте его ищи, попробуй. Блин, а где? А, вон он, точно. Все, вижу. Сейчас, камень знаний. Он должен быть живой.
А, вижу тут, понимаешь ли. Опасная флора, блин. Ну что, я его вижу, да. Сейчас надо будет исследовать. Тут может быть так, опасная флора. Соль, ну нафиг мне эта соль. Перит тоже не нужен. Так, там перит. Там сброс груза, там сочные корни. Соль, соль. О, отлично, там медь. Ну, по-моему, опять это та же сам... А, погодь, блин, я же бежал к этому. А, вон он, камень, да. Вижу, сейчас. Камень, камень, мне нужен камень этот. Он нормальный, его можно использовать? Давай. А, отлично, еще одно слово от корваксов. Я все больше слов знаю. Так, сейчас. У меня тут место-то есть? Нет вообще для чего-нибудь? Мордит он вообще что дает? Убрать его. Дигидроген. А, чтобы создать теперь что-нибудь еще, мне нужно что-то выкинуть. Блин, ладно, на одна медь давай ее выбросим. Все, есть, да. Где мой корабель? Сейчас, сколько у нас? Нормально. Так как это супер крутая игра, в нее поиграю достаточно долго. Я обожаю No Man's Sky. Так, а зачем я к тебе прибежал вообще-то? Можно же было и так зарядить. Ой, а вы кто такие вообще? Слышите, парни, парни, не убегайте. Лобуртима какая-то. А, ну они вообще, в принципе, не опасны, не нападают. Ну тут, по-моему, только опасная флора, то есть эти самые растения. Фауны нет опасной. Ой, нет, есть, 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 есть. Тем более тут кислородец. Бля, а чё я побежал, действительно? Господи, корабль. Черт, херово, что тут вот меди мало. Может быть, золото можно переработать? Давай, взлетай. Да, это та самая медь, которая у меня у базы была. Ладно. Чувствую, что я не сделаю свои эти двигатели. Мне нужно все-таки другое что-то. Так, вот сюда куда-то надо. Давай. Запущен процесс приземления. Что-то я не понял, почему ты не хочешь приземляться. Вот, другое дело. Молодец. О, мелкие. Мелкие засранцы бегают. Так, секундочку. Ну-ка, а если мы попробуем сюда сделать, ну, например... Золото. Ой, золото в перит превращается. Давай. Так, а что можно еще сделать? Натрий, нитрат натрия, кислород. Так, корвакский шлем, навигационные данные, силикатный порошок. Ух ты ж, ёкерный бабай, стекло. Интересная тема, но пока что не нужно. Так, вортекс купа. Можно вортекс? Нет, вортекс куб нельзя. Так, так, сейчас. 30 тысяч юн. Ионизированный кобальт. Ладно, пока не будем. Это тоже интересная тема. Возможно, потом пригодится. Ионная батарея. Серный газ. Радон. О-о-о.
Вообще прям мне нравится, что он тут может всякого делать. Но хотелось бы, конечно, найти... А это, кстати, что у меня за фигня? Это для чего? Это что вообще такое? Понятно. Это типа я базу поставил. Так, ладно, пойдем прогуляемся, что ли, куда-нибудь. Надо поискать медь. Пошли сходим, может быть, соль посмотрим, что она дает. Она, конечно, вряд ли даст то, что надо, но вдруг... Вдруг соль окажется тем самым. Чем черт не шутит. Там какой-то онгоферит. А, ондорит. Ондорорит. Ферритная пыль, натрий, ну, нахер. Вот это интересная тема. О, сжатый углерод. Сжатый углерод. О. А, я понял, они охотятся. Я понял, да, эти ребята охотятся. Так, а что это за растение? Ну-ка, залежи соли. А, прикольно. Ладно. Сейчас у нас ночь наступит. Температура понизится, будем бегать. Залежи соли, хинокактус. Так, эхинокактус, соль, флора, эхина. Блин, соль и соль. Нигде меди вообще нет. Хоть ты тресни. Чё, все? Я хотел этот ландшафтный манипулятор сделать. Ой, то есть, фу ты, блин. Двигатель гипер сделать, но похоже не судьба. О! Хорош. О, а это что такое? Ну ладно, полон так полон, что ж теперь пойдем. Мы соль взяли, нам нужно теперь как-то, блин. Сейчас тем более температура снизится. Опять начнется этот. Ну пока, кстати, странно. А, все, снизилось, да, минус 60. Нормально, замерзать начинаем. Ферритная пыль, блин, ну нафига мне ферритная пыль? Ребята, где бы мне меди достать? Мне нужна медь, очень срочно. Очень много меди нужно. Где ее можно взять, вопрос. Чтобы сделать этот вот металл, который поможет мне преодолеть то, что мне нужно. Ну, короче, ладно, я, наверное, в следующий раз буду этим заниматься. Так, сейчас зайдем, посмотрим, что там можно сделать. Портативный. Так, золото, я понял. Хроматический материал. Так. Что натрий дает? Нитрат натрия. Ну, понятно. Так, что у нас еще есть? Вортекс, дегидроген, силикатный порошок. Силикатный порошок стекло дает. Не знаю, зачем мне стекло. Может быть, когда-нибудь пригодится. Так, соль.
Хлор, понятно. В инвентаре костюма нет свободных ячеек. Сжатый углерод, серный газ. Блин, печалька. Ну ладно, пацаны. Тут у меня, по-моему, есть что-то еще. Так, технология для строительства устроения. А, тут вон деревянная рампа, можно еще что-то открыть. О, деревянная оконная панель. А, нет у меня извлеченных данных. Ладно. Короче, сейчас пойду сохранюсь в свой звездолет. Звездолет-то для сохранения. Может быть, можно будет нефть найти где-нибудь на другом. Ой, нефть. Медь найти на другом каком-нибудь. В другом месте. Ну, а на сегодня это все. Пишите слова, которые я говорил. И будете участвовать в розыгрыше